Приветики, господа! Сегодня это продолжение серии. Вы ждали эту рубрику? Вы ждали, когда Софирка обосрется? Вы ждали, господа, это уже вторая серия по этой страшной рубрике. Короче, господа, мы продолжаем эту страшную рубрику. Господа, мы продолжаем эту какую-то хоррор-игру играть. Господа, мы продолжаем усыкаться дальше. Я, короче, вот так вам хочу, чтобы вам было видно. Господа, в предыдущей серии зомби на меня напали, как всегда, и мы остановились на том, который мы открыли самую страшную дверь в мире. Я боюсь, я сейчас сюда... О, господа, тут какая-то стенка. Давай-ка мы пойдем дальше. Я надеюсь... Господа, тут заколочено? Почему здесь заколочено? Не знаю. Приходится, нам надо идти вперед. О, господи, кошмар. Кто это такие там? Кто это? Да тихо, ма, я снимаю. Господа, тут ключ, да, мы его возьмем? Господа, тут, опа, ключ, но я не могу достать. Ну, почему я не могу достать? Господа, это какая-то рубрика, навернулась рубрика. Что это? А это опять мы сюда вернулись? А, мы опять туда вернемся. Я не хочу обратно возвращаться. Тут опять какая-то тут как... А, можно я... Ага, тут какая-то дверь. А, мне надо туда идти? Ключ, чтобы заполучить ключ, мне надо... Пойти, короче, пойду сюда. Меня туда не пускают. Почему, блин? Придется... Да, мне приходится сюда идти. Дыра! Все умерли. Я туда не пойду. Стакан. И зомби. Снова зомби. И опять тут зомби. И дверцы. Папуль, тихо, я снимаю. Да нам нужно быстрее. А! Он меня заметил. Куда нам надо идти? Мне надо как-то так идем назад. Он сюда не залезет. Тупой зомбак, ты сюда не пролезешь. Он сюда не пролезет? Господа, если зарядится полностью телефон, тогда я... Господа, завтра не будет. Сегодня будет только выходить видео ночью. Так, господа, короче, я вернусь сюда, чтобы отдать ей этот колбочек, чтобы мы сбежали с этого момента. Я поняла, мне, короче, тут надо все здесь собирать, короче. Мне надо тут собирать эти колбочки, чтобы она, эта королева колбочек, отдала мне какой-то ключ. Он мне нужен очень сильно, я надеюсь на это. Короче, господа, это рубрика. Какая-то страшная рубрика. Я надеюсь, что меня эту рубрику никто не стырит. Или серию не стырит. Или демон не стырит. Короче, мы идем. Ты меня не споймаешь, потому что ты глупый зомбак. Мне надо возвращаться и отдать ей... Ну, тут какая-то дверь. Блин, не могу ее открыть, надо мне ключ. Он пошел назад, зомбак. Какой-то он тупой зомбак. Главное, чтобы он за мной пошел. Давай, идем за мной. Давай, зомбак, давай. Давай, ты сможешь. Давай. Короче, надо нам возвращаться назад. Да, нам сюда, фух. Я испугалась, господа. Думала, что меня... Сожрет зомбак, блин. Господа, я надеюсь, что эти видео вторая серия. Если честно, это вторая серия. Блин, я надеюсь, что меня никто здесь не сожрет, надеюсь. Вот тебе стакан.
господа, короче, мне надо одна монахина, одна последняя монахиня осталась. Мне надо одну колбочку, и она мне даст какой-то там ключ. Мне, короче, господа, мне надо все колбочки собрать, чтобы дать этой... Короче, господа, будут в серии входить очень жесткие серии с моим лицом. Блин. Зомби, ты меня не достанешь, потому что я быстрее тебя бегу. Колбочка, все, это последняя колбочка. Я надеюсь, господа, а куда? Тут, сюда? Господа, тут заколочено, короче, мне надо назад возвращаться, чтобы отдать колбочку этим всем монахам. Я думаю, чтобы они меня не сожрали. Ты меня не догонишь, потому что я все колбочки собрала. Все, как меня не догонят, потому что я его быстрее. Господа, если честно, эта игра, игры в онлайне, можете, кстати, поиграть. Ну, все, я, короче, собрала все колбочки. Ты должна мне дать этот ключ. Господа, упал ключ, это мой важное. Все колбочки собраны, отлично, замечательно, господа. И я должна, получается. Короче, господа, тут колбочки. Короче, колбочка. И мне нужно, короче, ключ. Спасибо, тетенька. Хорошая тетенька. И мне надо открыть ключом этот дверь, блин. Теперь мне нужно вот сюда идти. Блин, как мне туда забраться? Ну ладно. Мне получается, мне надо туда забраться. Блин. Господа, я туда не могу забраться. Может, кто-то попрыгнуть? Нет, мне... Мне, получается, надо к самому боку возвращаться. Господа, это какое-то продолжение сезона. Господа, если честно, мне страшно туда идти. Я, короче, все колбочки им дала. А! Зомби. Блин. Я надеюсь, что он меня не бьет. Там достал меня уже. Господи, очень меньше зарядный. А ты мне ничего не сделаешь. Потому что я быстрее тебя. Блин, он сейчас меня убьет. Блин, я не хочу, чтобы он меня убивал. Я не хочу, чтобы я оставала зомби. Не хочу. Отстанет меня. А! Он хочет меня съесть. Пожалуйста. А, нет, нет, я сейчас умру. А, вот что будет, если я меня сожрала зомби. Я надеюсь, что там все там колбочки там собраны, и мне не возвращают все колбочки. Фух, все колбочки на месте, все хорошо. Теперь мне надо туда-обратно туда возвращаться. Ну, а. Получается, что я назад больше не вернусь. Назад дороги нет больше. Я вернула все колбочки. Я, короче, стала ангелочком. Я не хочу к этому зомби возвращаться, короче. Как мне туда добраться? Как мне туда добраться? Алло. Когда у всех так получалось, может, сзади как-то... Нет, мне надо сюда. А как мне туда добраться, я не понимаю. Только мы. Как-то так. Мы колбочку одну собрали? Блин, мне надо как-то флешка как-то. Он сейчас меня убьет. Я надеюсь, что ключ сработает. Я надеюсь, что... Да! Открылся! Ура, фух. Господа, у меня получилось. А! Сколько вас здесь? Блин, опять я умерла? Опять я умерла? Серьезно? Вы издеваетесь надо мной? Короче.
Короче, пофиг на зомби, просто бежим вперед. И я надеюсь, что... Короче, мне надо как-то загнать всех. Так, зомби, давай иди сюда. Блин. Это медведь, кто он хочет меня... Нет! А, блин, они вдвоем, получаются какие-то братаны, блин, они меня вдвоем убили. Они вдвоем меня убили. Он издевается. Почему надо за мной именно бежать, а? Кто бы другого съел бы? Ну что там? Короче, у меня есть план. Все, мы идем сюда. И как богини просто. Сейчас мы пойдем и сейчас мы. А я не туда бегу! Мне, короче, надо сюда бежать. Короче, господа, мне нужно как-нибудь этого зомби. Как-то так обезвредить, потому что он там, в моем нужном месте. Короче, без вопросов просто. Сколько вас здесь? Сколько вас? Готовы нападать на сверху плей. Все готовы нападать на меня. Блин, все просто хотят меня. Господа, короче, сейчас сбежала от них, ура! Это какой-то фи. Ура! Господа, давай-ка мы на этом мы с вами и закончим. С вами была я, ваша любимая Сапфирка Плей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно поставьте на колокольчик, чтобы видео вам всем приходили. И обязательно ставьте дизлайк, если вам это видео совершенно не понравилось, не сподобалось. Ну всем бай-бай.